Ковровского. Покажу вам, зачем. Сегодня опять блястал с электричками, поэтому пришлось вызвать такси. Сейчас стою его и жду. Ага, дождался. День добрый. Да, Павел. Приехал Лавров. Нормально, ехали 4 часа. Где-то на окраине меня высадили. Вот сейчас другую таксовку жду. А высадили меня на вокзале Вроцлав, Пёсье поле. День добрый. Завезла таксуху вот такие ебуня. И еще проехали дом. Вот сейчас вратцам. И пошел легенький дождь. А я уже нашел машину, который через час поедет с центрального вокзала до Варшавы. Успею, не успею, хз, короче. Вот такой домик тут. Макар стоит, заряд. Ух и здоровый. Ух и приехал. Вот такой тут перрончик. Вот и мой. 3:20. Варшава, Гданьск. Интересно, с коморды приедет или к такой? Сейчас посмотрим. Нет, похоже, обычный. Одноглазый. Ну вот мы и дома.
короче, поездка заняла меньше суток. Так, ну что, выбрали хорошую погодку. Что я могу рассказать про это чудовище, которое я купил? Колеса 10-е, мощи в каждом по 2000 ватт, итого 4 на пике. Аккумулятор 60 вольт, 30 ампер часов, то есть свои обещанные 8 километров в час и 80 километров пробега он выдает честно. И теперь вдвоем на самокатах катаем по Варшаве.